Спонсор нашего канала – компания ESRock. Лучшие материнские платы для процессоров Intel и AMD. Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com, и сегодня у нас на тестах новая материнская плата от компании Maxun B350FX Gaming Pro. В скором времени этот бренд официально появится на российском рынке с сервисным и гарантийным обслуживанием. Этот бренд был основан в 2002 году, изначально они выпускали только видеокарты, позже расширили ассортименты и стали официальными партнерами лидеров в лице Intel, AMD и Nvidia. Нас ожидает появление нового бренда и увеличение конкуренции. Поставляется плата в коробке средних размеров. Подробно описаны ключевые особенности и преимущества данной модели. Комплект включает пару SATA кабелей, диск с программным обеспечением, заглушку для корпуса, набор документации. Maxun B350FX Gaming Pro ориентирован на широкий круг пользователей, относится к доступному сегменту. Как результат, тут отсутствуют индикаторы посткодов и дополнительные кнопки на плате. Плата может похвастать несколькими зонами с зеленой светодиодной подсветкой. Светятся зоны с логотипом, крышка в районе разъемов, границы экранированного звукового тракта, частично подсвечивается и обратная сторона платы. Интересно смотрится сочетание черного и зеленого. Такую расцветку редко используют в оформлении плат, как минимум оригинально. В эти же цвета раскрашены попарно слоты под планки оперативной памяти. Поддерживается объем до 64 ГБ и двухканальный режим работы. За пассивный отвод тепла отвечает два алюминиевых радиатора с нанесенным декоративным оформлением. Крепится при помощи винтов. В наличии два разъема под накопители M2, расположенные между вторым и третьим слотом PCI. Стойкие крепления изначально зафиксированы на плате. Помимо этого, плата располагает четырьмя слотами SATA 3.0. Все они ориентированы под прямым углом к основной плоскости платы. Для удобства монтажа они распределены по двум зонам. Есть одна колодка USB 3.1 Gen 1 и еще одно посадочное место без колодки. Два USB 2.0 для подключения фронтальной панели корпуса. Три гнезда PCIe-X16 у B350FX Gaming Pro окрашены в ярко-зеленый. Доступны еще три PCIe-X1. Сетевые возможности представлены гигабитным контроллером Realtek 8111. Рядом с чипом находятся дополнительные конденсаторы. Аудиокодек производителем не разглашается. Чип закрыт декоративным металлическим боксом. Зоны экранированы на промех. Звук шестиканальный тут. Вокруг процессорного разъема достаточно свободного места для проведения монтажа системы охлаждения процессора. Плата располагает шестью колодками для подключения вентиляторов. Они удачно распределены по периметру платы. Питание подается через связку из 8-пинового и 4-пинового коннектора. 4 фазы CPU, 2 для стабилизации, 2 для оперативной памяти. На заднюю панель выведены PS2, 2 USB 2.0, DisplayPort, HDMI, DI Dual Link, 2 USB 3.1, 2 USB 3.0, RG45 и 3 аудиоразъема. Материнская плата поддерживает графический интерфейс UEFI. Обновления для платы доступны на официальном сайте. Доступен выбор между китайским и английским. В меню настроек можно выбрать режим работы компонентов. Выставляется приоритет загрузки и параметры стартового меню. Есть кнопка для быстрого разгона процессора и памяти. Контролируется работа системы, выставляются общие параметры. Интерфейс содержит все необходимые опции управления. Найти нужные параметры не затруднительно. Расположение логичное. Сейчас вы можете видеть данные синтетических тестов в сравнении с другими процессорами. В данном случае мы тестируем, напомню, материнскую плату и возможности ее работы. Плата продемонстрировала стабильную работу, по ссылке находится текст и обзор, там можно посмотреть более детально сравнительные материалы. Maxun B350FX Gaming Pro обладает всем необходимым функционалом и потенциалом для сборки системы на базе процессора AMD Ryzen. Плату отличает аккуратный дизайн, набор разъемов для организации эффективного охлаждения, встроенная подсветка, эффективное пассивное охлаждение, хороший набор разъемов на задней панели, гигабитный сетевой разъем. Предлагаемые инструменты поддерживают разгон процессора и памяти. Из особенностей отметим шестиканальный звук и отсутствие коннектора для светодиодных лент. С удовольствием обсудим данную плату с вами, ребят. Всем спасибо и пока-пока. Спонсор нашего канала – компания ESRock. Лучшие материнские платы для процессоров Intel и AMD.